Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас супер важная тема. Я не могу переоценить ее значимость. Ребята, это тема вашего здоровья, это тема вашего долголетия. И сегодня я хочу обратиться к нашим особо юным зрителям. Друзья мои, пожалуйста, я понимаю, что ваши проблемы могут казаться всеобъемлющими, и решение этих проблем иногда вы стараетесь найти слишком коротким путем. Вот сегодня мы поговорим о том, как сохранить, приумножить свое здоровье ребятам, которым еще нет 18 или даже немного больше 18, но вы все равно молоды и горячи. Поехали разбираться. Самое важное, о чем я хочу сказать, это когда тебе 16 или когда тебе 19, ты хочешь нравиться противоположному полу. И это я прекрасно понимаю. Когда тебе 17 или тебе 20, ты хочешь быстрых результатов. И быстрые результаты – это всегда короткий путь. А короткий путь – это всегда упущение каких-то моментов. Ребята, ради всего святого, не ищите в периодическом голодании короткого пути к избавлению от лишнего веса. ПГ – это... Это прежде всего инструмент долголетия, это прежде всего инструмент оздоровления. Когда я рассказываю о ребятах, которые сбросили 10 килограмм лишнего веса или сбросили 20 килограмм лишнего веса, это истории успеха или же истории в процессе успеха, которые никогда не ковались за неделю или за 2 недели или за 3 недели. Это длительный процесс. Ребята, я вас умоляю, пожалуйста, не делайте глупости и не жертвуйте своим здоровьем для того, чтобы быстро подготовиться к пляжному сезону. Если вы работаете над своим телом, работаете над своим здоровьем, то получайте удовольствие от этого процесса. Ходите в зал под насмотром тренера. Питайтесь правильно, получайте знания из этого канала, например, потому что я делюсь только чистыми знаниями о чистом питании. Я никогда не прошу покупать какие-то специфические спортивные добавки. Я никогда не говорю, что вы не сможете добиться результата без вот этого или вот этого. Только чистые, здоровые, полезные продукты. Только чистые, здоровые, правильные привычки, которые вы сможете пронести через вашу молодость, через ваше юношество, когда вы остаетесь здоровым человеком, когда молодые ребята в возрасте 15-18 лет приходят в зал, когда они видят этих огромных бодибилдеров, и они говорят: я хочу быть таким, потому что это в мужской природе — стараться доминировать над окружающими мужчинами объемом мышечной массы. И, конечно, парни даже не понимают, какая цена уплачена за эти мышцы. Парни даже не понимают, как это вредно для здоровья. Ребята, ради всего святого, не жертвуйте своим здоровьем, когда вы будете мечтать о количестве мышц. Мечтайте о продуктивности, о выносливости. Мечтайте о том, когда вы будете весить 80 или 75, но при этом вы будете в состоянии пробежать 20 километров. Вот это правильные ориентиры здоровья. Не мечтайте иметь бицепс 55 сантиметров. Зачем он вам? Это же абсолютно глупо и не полезно, и абсолютно несовместимо ни с какими критериями жизни. Вы же не собираетесь жить в зале всю вашу оставшуюся жизнь. Вы же не собираетесь употреблять по 200 грамм белка всю вашу оставшуюся жизнь. Думайте всегда наперед. Думайте всегда о здоровье и о том, что же сказала бы мама на это, на все. И то же самое я хочу сказать девчонкам. Девчонки, никоим образом не нужно думать, что, как в случае мальчишек, есть какая-то магическая таблетка, которая поможет тебе набрать кучу мышц, и ничего тебе за это не будет. То же самое и с вами, девочки. Я уверен, что будут и парни, которые будут искать короткий путь похудеть. Ребята, просто тупо не есть — это не вариант. Просто тупо использовать периодическое голодание в качестве инструмента короткого пути избавления от лишнего веса — это абсолютно неправильно, я это не приветствую. Я приветствую поступательный путь прогресса. Вы избавляетесь от лишних килограмм поступательно, точно так же, как и вы наедали их достаточно длинный промежуток времени. Я понимаю, что упрашивать вас: пожалуйста, давайте вы будете заниматься своим телом, своим здоровьем под надсмотром родителей — это достаточно проблематично. Когда у вас возраст полового созревания, когда вы тинейджер, вам будет казаться, что родители вас не понимают. И я вам больше скажу, иногда родители действительно не понимают, потому что родители иногда слишком заняты своими делами, им не до юношеских проблем. И вот в этой ситуации, ребята, пожалуйста, смотрите этот канал, набирайтесь знаний о том, как сохранять, как строить тело своей мечты, которое вы сможете пронести
и через годы, чтобы сохранить женский цикл здоровья, чтобы сохранить мужскую половую силу, чтобы сохранить привлекательность к противоположному полу и не просто быть пустой оберткой, а для того, чтобы быть состоявшимся родителем, отцом или мамой, чтобы сохранить, повторяю, в сотый раз ваше здоровье, ребята, никоим образом не ищите короткого пути. Будьте здоровы, поступайте с умом, обязательно все вопросы, которые у вас будут поступать, ребята, пишите внизу в комментариях, мы будем читать каждый, отвечать на каждый и обязательно будем в видеоформате отвечать на самые горящие и важные вопросы, потому что здоровье нужно хранить с молоду. Ребята, огромное вам спасибо, я надеюсь, это видео посмотрят ребята, которые думают, что можно очень быстро полечить свою проблему к пляжному сезону. Ребята, я вас обожаю, пожалуйста, наберитесь терпения, смотрите канал и пишите ваши вопросы. Спасибо вам огромное за ваше внимание. А тем временем, ребята, мы двигаемся только вперед!